И всем привет-привет! Сегодня с вами Даша, и вы на канале Family Play TV. Подпишись скорей на Family Play. И сегодня поиграем в карту Roblox «Побег из магазина игрушек». Но это совсем новейшая карта от создателя, который создал «Побег от бабушки». Я так люблю его карты, это просто... Такие они яркие все. Ну что ж, как у меня уже была одна такая, так все-таки я и не выбрала игрушку для своей двоюродной сестры. Пришлось бы мне идти во второй магазин. А то ее уже... Завтра день рождения, а я без подарка завтра приду. И поэтому мне говорит, быстрей, завтра будет день рождения. А я-то в прошлый раз выбрала и потеряла еще. Поэтому пришлось заново. И смотрите, кто это разлил, что это за такой магазин? Эй, кто тут пуляется? А вот чем. Ясно. Поэтому побежали. Смотрите, сколько тут уровней. Интересных. Есть. Ой, все, богу. Все, и мы уже дошли до второго чекпоинта. Смотрите, тут машинки. Но машинки не нужны нам. Да тут можно и успеть вот так, раз и два, и все. И ни один раз и не проиграть. А может быть так схитрить? Не, тут закрыто, ну ладно. Это самый... Ой, нет, это не самый легкий уровень. Тут нужно быть аккуратным. Эй, че вы так? Я вообще-то вам ничего не делаю. Они... Ой, вообще. Сюда... Чтобы поаккуратнее хотя бы было, думала, это сам... Да нет, чуть-чуть же осталось за чекпоинта. Ну ладно, Даша не сдается. Надеюсь, я правильно иду? Я дошла до чекпоинта, но он не сработал. Нужно, чтобы тело дошло до него. Но тело у меня не двигается. Вот так вот. Только руки, ноги разбрасываются. Вот. Смотрите, тут динозаврики, мишки, игрушки разные, мячики. И мы дошли до следующего чекпоинта. Когда мы идем сюда? Нет. Нет, не сюда. Смотрите, тут делают другое. А тут мячики стоят. Ну, скоро их поставят. А тут коробки, которые выставят. И будет тут... как... А тут будут игрушки, а пока это строят, это прям новейший магазин. И смотрите, тут Лего. Кто любит Лего? Я люблю Лего. Очень сильно люблю Лего. Смотрите, сколько тут игрушек классных. Мы уже дошли до пятого чекпоинта. Ха-ха-ха, это для тебя препятствие. Ты должна найти отвертку и открыть болтики. Справишься с этим заданием? Не знаю. А ну-ка, где эта отвертка? Где? Ладно. Где отвертка? Вот отвертка. А что дальше делать? Открыть их. А как их открутить? Взять? Их просто достать нужно. Отвертку и на них понажимать. Обалдеть. Все. Я совсем справилась. Привет! О, какой тут лабиринт! Ребятки, смотрите, какой тут лабиринт! Просто огроменный! О, боже мой! Что ж такое? Где выход? Мне кажется, это невозможный лабиринт, чтобы найти один выход. Странно. Он, видимо, они ничего не нашли. И пытается выбраться. А я тут в лабиринте запуталась. Тут тупик. Да это не тупик. Тут, но тут зато есть. Вокруг.
Даша, пройди вокруг. Есть, я прошла, я нашла выход. А вот и коробки. Эй! Непонятно. Смотрите, тут коробки этого магазина. И мы уже дошли до 6-го чекпоинта. И это гораздо много. Ой, аккуратней! Ты что? Family Play TV. Куда это мы отправились? Смотрите, там какая-то дорога. О, смотрите, что тут все радужное. Класс! Конечно. Но смотрите, насколько тут все ярко. Угу. Смотрите, тут коробки. Главное, аккуратней быть. Кстати, у нас все еще отвертка. А в какую дверь нужно пройти? В эту нельзя. А в эту, значит, можно. Аккуратней, тут огроменные, огроменные, огроменные печенья. Странно. Огроменные печенья. А кто их изготовил? Да эта бабушка привезла мне поесть. Сначала они были маленькие, а стали огроменными. О нет, кажется, я попал в тупик. Что они такие большие? Видимо, реально гостинцев бабушка привезла, чтобы свой внучок поел на работе. Да? Да, по-моему, да. О, смотрите, это поедатель печеньев. О боже мой, смотрите на его рожу, и он меня съел. Кажется, мы попали в одного чудика, который только ест печенье, только печенье. Обалдеть, как только печенье? Как можно питаться только печеньем? Я просто не понимаю. Угу. Проходим через эту дверь. Смотрите, это его кости. Видите, какие странные. Желтые. Не мой это он кости. Да ладно, ладно. Это типа зубы. Ага, косточки. Ладно, идем, идем. И чтобы не упали, мы не упали. Поэтому побежали дальше. Ага, смотрите, мы сейчас будем лезть, лезть и лезть. Угу, и мы дошли до 14-го чекпоинта. И тут что-то прыгает. И что это интересно? Очень интересно. Угу. И смотрите, мы долезаем до 15-го чекпоинта, и тут какие-то квадратики. По-моему, это было в побегах каких-то. А кто вспомнит? Ой, куда это я отправляюсь? О, это же сосиски! Прикольно. Сосиски. Он, значит, не только печеньями питается, а сосисками. И мы выбрались из него, ну, наконец-то. И мы дошли до 17-го чекпоинта. Значит, это подосвечу. А. Ха. Нет. Это не это. Угу, давайте по желтой. Желтая правильно, поэтому запоминайте, ребятки. Значит, фиолетовая не подходит, значит, либо голубая, либо там какая-то еще. Либо оранжевая. Давайте по оранжевой пройдем. Нет, значит, голубая. То есть, желтая, голубая. Да блин, почему по самому долгому пути? Ну, зато... Ну, кстати, у нас отвертка пропала. Значит, красный не подходит, то есть желтый или зеленый. Я попробую зеленый. Мне все-таки кажется, это зеленый. А потом мы рассыпемся и скажем, нет, желтый. Да,
Это желтый. Как я просто экстрасенс. Что ты остановилась? Мы вообще-то ждем конца. Смотрите, двери. Они открытые. И смотрите, где мы были в начале. А сейчас красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый. И мы дошли до конца. И смотрите, мы дошли до 19-го чекпоинта. Ты какая молодец. Вместе со всеми, поэтому... Даже продолжай играть в новые игры у меня. Классно! Это мне кажется такая прикольная карта. Давайте возьмем все цвета. А это что такое? Это прыгать. О, реально высоко. А это быстро бегать. Но это не совсем быстро бегать, но... Новый, но все равно... Ой. Кажется, я промахнулась. Ну, Даша дает. Ладно, возьму только прыгать высоко. И все. Вот видите, я все равно высоко прыгаю. Я возьму вот эти цвета. Розовый есть? Нет. Это что за... Это даже и не цвет. Это... Это, конечно, и цвет, но... И буквы... Вау! А это что? Это красный, и тут написано Пакстебер. Давайте на нем и попрыгаем. Ну что ж, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Вы были на канале Family Play TV. Подпишитесь скорее на Family Play. И всем пока-пока!